Мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки, ну и тем, кому живется кудряво. Мы сегодня находимся в клубе «Рай». С вами Майкл, это Party Vision. Как тяжело ты в 5 утра на стендап снимать. Честно вам скажу. Это очень круто, потому что сегодня вас ожидает самая жаркая вечеринка уходящей зимы. Подожди. Прежде всего, сегодня по Division, Club Rai. Сегодня праздник и девчат. Сегодня будут танцы. Вот этот человек, как не пиарь, все равно ничего не помогает. Все равно его никто не знает вообще. О, да ладно. Это же наш любимый... В смысле? А, у него бывших не бывает. Я рэп читать не буду. В одном репортаже попробовал читать рэп. Рэпачок. Меня обсмеяли, потом оплевали всего. Body Vision, лучший телевизион для вас. Клуб Рай прямо сейчас. Кусписал на раз. Геометрия, это наш портал. Москва, это Body Vision. Лучший телевизион, это наше дело. Делаем смело. Клуб Рай, ждем вас всегда. Body Vision. Артем. Что он сделал, может, не сделал хорошего за 2 года работы в клубе «Рай»? Я разошлю это видео по социальным сетям, и друзья мои поставят лайки, всплакнут вместе со мной, потому что все-таки 3 года, почти 3 года жизни – это этап. Артем у нас прекрасный, самый лучший пиар-директор. Тём, ты и заплатил денег, да? А, очень крутой пиар-директор. Потом все домой всех везешь? Что ж такое, что ж ты меня все перебиваешь? Это моя работа. Ладно. То, что он сделал в первую очередь для себя. То есть он подрос, он стал уже, как говорится, солидным парнем. Рай всегда чист, всегда свеж. А Артем справляется с огромным объемом работы. Всегда везде быстренько. Посуду не успевает мыть. Артем подхватил эстафету пиар-директора в не очень простое время для клуба. Я думаю, что он справился на все 100%. И, конечно, его рост за эти 2 года мы все наблюдали. Это очевидно. Артем, дай бог тебе дальнейшего развития, чтобы все было очень круто в твоих клубах, в твоих проектах. Я почерпнул здесь очень много хороших знакомств, очень много хороших людей, какой-то бесценные рабочие процессы, которые происходили со мной в первый раз. Как тебе такой? Давай другой вопрос, следующий. Да, он знает уже на него ответ. Ладно, хорошо. Закончились? Клуб, похоже, по отзывам, самый лучший в Москве, насколько мы осведомлены. И, безусловно. И раз мы выступаем в самом лучшем клубе, значит, мы самая лучшая группа. На первом месте лечу кометой, где-то светит моя звезда, мы будем вместе. Какие клубные порталы в Москве вы знаете? В клубе ТВ, Геометрия. А, Body Vision, простите. Простите, да. Лечу кометой, где-то светит моя звезда, мы будем вместе. Конечно, знаем Геометрию, клубе ТВ, как бы, который, собственно, создал мой товарищ. Party Vision, ну, конечно, люблю, потому что прикольные интервью, такие весь с юмором, веселые. Наверное, это ваша, наверное, главная фишка. Вот, в клубе Геометрия. Party Vision – это Party Vision. Молодцы. В клубе ТВ, Геометрия. Не было бы Party Vision, не было бы клубной культуры в Москве. В клубе ТВ, Party Vision, Геометрия. Самый лучший видеопортал – это Party Vision. Самое качественное видео. Самое качественное фото – это в клубе ТВ. Будьте с нами. В клубе ТВ,
помимо геометрии существует в клубе ТВ, который ориентируется чуть на более гламурную, пригламуренную аудиторию. Party Vision, безусловно. Безусловно. Безусловно, безусловно. Скажи мне, что для тебя круче всего? Для меня круче всего абсолютно без лизоблюдства геометрия в качестве контента, фото. И Party Vision, естественно, в качестве видео. Мирон сказал? Мирон сказал. Я не в курсе, я работаю там уже достаточно глубоко. Ты там работаешь, а Мирон продает. Я вот прям, вижу сюжет на НТВ, вот когда клубный. Я вот прям знаю, что Мирон его продал. Здесь лично ноль, я просто играю. Мы против рая. В смысле? Потому что говорится в умных книгах, что рай — это как будто бы отпуск для души. Мы за духовные планеты, из которых ты больше не возвращаешься на Землю. Место страданий и злости. Quest Pistols уже не в своем уме, я еще в своем уме.